Привет всем! У меня снова есть камера, так что видос теперь будет по качеству получше. Так что будет опять контент идти. Я сейчас на хозработах, у меня сегодня крайний день, дальше я иду в отпуск. Я делал вот такую лесенку, пока, по крайней мере, настраивал камеру. Вот такая лесенка. Это лестница в, как говорится, смотровую яму. Она полностью алюминиевыми поршнями, легенькая такая, прикольная. Смотрите, один поднимаю, так что килограммов где-то 20 максимум весит такая лесенка. Вот. Заварил, конечно, приходилось спешки делать, швы, конечно, не особо аккуратные. Вот, обварил, вот, все полностью алюминиевая. Тут тоже швы, знаете, приходилось все спешки делать. Здесь для закрепления варили втулки, вот, и обварил с двух сторон. Вот, она будет крепиться, это верхняя часть будет сверху крепиться на два анкера. Вот. И снизу вот такие вот, вот основания. Тут будет два отверстия. И снизу закрепится тоже на 4 анкера. Так что вот такие вот. Такая лесенка. Итак, ребята, лесенка у нас получилась бомба, блин. Честно скажу, это, знаете, как сапожник без сапог. Себе когда делаешь, ну ладно, так пойдет, тут это, ну что-то не подходит, так что-то подрезал под это, так пойдет. А вот кому-то делаешь или куда-то, стараешься учесть каждую деталь. Конечно, блин, лесенка мне прям прикольная, я говорю, прикольная. Всех попробовали, грубо говоря, ну, вот у нас народ посмотрел, да, полностью алюминиевая, весит она порядка, грубо говоря, сейчас килограммов 25, вся лестница. Грубо говоря, один человек может ее спокойно взять, убрать, поставить, будет она крепиться на анкерные болты, и снизу, и сверху, но я вам показывал, ну, прикольно. Ну, а у меня начался отпуск, так что я рад. Конечно, что немножко отдохну. У меня 1 числа, 1 сентября идет дочь в первый класс. Я как раз под это и брал как раз отпуск. И у меня еще одна новость. Я записался в спортзал. Себя надо приводить в порядок. Как говорится, в форму. Так что, что-то спина у меня немножко такая, знаете, стала потихоньку разваливаться, как говорится. То там болит, то тут болит. Вот. Решил уже тянуть просто некуда. Решил, вот надо идти. Записался. Так что сейчас я как раз еду в спортзал. Давайте, поехали.